вещали в своих бесконечных телегах по интернету, в которых мы сами себе надоели, и думали, когда же уже мы увидим наших всех ребят, наше воинство, нашу армию рок, нашу нацию рок, которая круче всех по всей вселенной. И вот вы здесь, и мы сейчас начинаем песню, которую написали специально для этой минуты, для вас, которые сегодня в зале. Она называется «Зубы рока». Yeah!
чем этот мир байкерам посвящается. Все руки на
разрывает опасная команда под названием «Крюгер», которая сейчас будет петь песню о настоящих парнях с настоящего, но страшного и опасного корабля, который пошел ко дну в страшную черную холодную ночь. Мы посвящаем эту песню лучшим ребятам под предводительством вождя, скрипача, музыканта. Вы высохали, не звали этого человека. Последний. Это как стрипка Титаник. Ты враг, ты твой товар. Скорее!
горячий номер. Потому что ваше спокойствие сотрясать, сокрушать и поджигать будет наша обворожительная Хелен. Она будет стрелять огненными катюшами и хеленами по всему залу, а мы поджигаемся песней «Свет горящих глаз».
И сейчас, в честь этого, мы рубанем песню из альбома «Рожденный браком». Но не то, что вы подумали. На затравку будет «Лиса Рока». Ну куда же мы без них-то? Yeah.
И вот он, судный день. Сатан, sacrifice, vengeance of master Sauron. We'll be right back.
спасибо. Эти песни являются предупреждением, потому что он уже здесь, он уже на троне. И вы это или знаете, или догадываетесь. Это не сатанизм, это песни предупреждения. Предупрежден, значит, вооружен. Следующие песни тоже о нем. Я сейчас найду слова. И он выйдет в начале года, так что мы вас по полной программе атакуем тяжелой артиллерией. Будьте готовы, а вы должны быть всегда готовы! И следующая песня о том, что мы, те, кто видит и слышит, видит сейчас вокруг, ад пылает на земле, она называется «Антихрист».
Это откуда это было? Это где сейчас знамение было? Говорит, много почек в небе появилось. Это о чем? И сейчас смена барабанщиков. После Тора на смену заступает Дизель. Наш легендарный Дизель. Дизель, как мы его любовно звали, наш Дизель, славный панк, мы его звали. Потому что Дизель, он всегда был ортодоксальным панком и носил цветной ирокез, которым, собственно, летом чистил огурцы и молодую картошку. Он очень любит есть. Он ест только все, что зеленое. Поэтому здоров, молод, и у него кулаки с арбуз. Так что он молодит не кулаками, а прямыми руками. Прямыми руками молодить барабанщику очень важно. Вот Тор не даст соврать, что у барабанщика должны быть прямые руки. Обязательно. И мы сейчас должны тоже перенести дух, выпить воду, которая у нас здесь стоит вся. А маэстро нашего за пультом, со звуковым пультом, попросим бодрую музыку, под которую ребята будут клево пить пиво, обниматься, вспоминать лучшие песни Крюгера и потом орать. Давай, черный флаг! Черный флаг! Я мясорубку еще! Давай, лунный ангел! Нет! Давай нам что-нибудь эдакое! Хорошо, мы сейчас вас... И вот они друг перекрикивают, мы стоим и думаем, что же нам играть, как же нам решиться? Жена меня подходит в плечо, так, топает. Вот дурак, смотри, там все написано на бумажке, что играть надо. А я такой, я же счастливый. Я стою и слушаю, ребята, они же знают все наши песни наизусть лучше, чем мы. Я пою, иногда забываю слова, и мне стыдно, потому что вы поете слова, я вижу по губам, и я думаю, а я взял и забыл, скотина такая. Но музон нашему звукорежиссеру нравится, как я разговаривал, музон нам не включу. Давай, рассказывай веселые истории, как мы ехали куда-то на гастроли в поезде, и мы заходим и говорим, о, отлично, мы наконец можем привести дух, сесть в вот этом роскошном купе, потому что подъем, сладкий подъем музыкантов в 3-4 утра, это всегда на гастролях норма. И вот гастроли музыкантов — это никакой не отдых вовсе. Потому что я постоянно будет в самое неподходящее время. Ты должен вставать, ехать на вокзал полусонный и занимать свои места. И вот мы приходим, там все такие же полусонные люди. И мы говорим, а мы тут вот едем, они показывают нам билеты. Я говорю, а у нас такие же. Они говорят, да, мы, наверное, с просторы. Мы поезда прибыли, вышли, мы поехали. К нам пришли, когда мы поехали, пришли проверять билеты. Я говорю, а это не тот поезд. Вам нам нужен другой поезд, но уже все, вы поехали уже. То есть ребята с просторы не поняли, вышли с своего поезда. Отдумайся в стойку. Ну и что, ладно, я думаю, они уехали на наши места. Мне нужно только пробовать пилотку, а вам нужно попить пиво, обзавестись офигенной продукцией, которая там у нас, наша новая, для вас сделанная. Все себе купили новые майки, а? А новые диски у всех? Молодцы. Все два человека подняли руку с новыми дисками. Мы приветствуем вас, мы приветствуем всех, кто любит. Все нас живы, себе купить и наслаждаться, потому что там собраны песни не просто лучшие, а песни, которые выбрали наши коллеги, наши звезды, музыканты, которые все на паузе, которые никогда не показывают, что им нравится творчество там своих коллег, они там нормально. Но они сами выбрали и сказали, вот это... Thank you.
Обычно эту песню я начинаю сразу после предыдущей, но так как уважаемый Денис пел песню, мы должны были побрататься, поблагодариться. Сегодня праздник, сегодня непростой концерт, сами понимаете. И сейчас я начинаю следующую песню. Какую, пока не знаю сам. Начинается рок-артиллерия! We'll be right back.
на крюке. Это было в 91-м году, когда я, будучи студентом Московского института связи, прогулял целый день в магазине «Грампластинки», купил пластинку «Рожденный враг». Да, пластинку я купил, и слушать не стал. Потому что я, ну, кстати, потому что, да, я побоялся, потому что я боялся позавидовать мастерству класса людей, потому что, ну, слушай, я тоже учился уже на барабанах играть, вот, и, ну, поставил в коллекцию, потому что просто я коллекционирую. Второй раз услышал про, а тогда действительно, между прочим, это вот уже другие времена, потому что, когда группа выпускала альбом, это уже, значит, что-то, она как бы не всемела, извините. Какой-то весенел, это сейчас, допустим, где собирается пускать альбом, начинает раскрутить. Да нет, ты раскрутился, доказал свое время, выпустил себя. Ну что там? Да-да-да, отсюда, да? Все, потом, значит, начинается моя карьера как-то 98-го года как-то зашла в тупик, вот я играю в большом количестве групп, а нет, толпы никакого нет. И тут мне познакомился, значит, говорят, ну так и так, есть группа Крюгер, которая нужна барабанщик. Говорят, та самая группа, да, та самая Крюгер, ну давай, сюда не будет. Привет, это Хаммер, да-да-да. Давай встретимся. Ну, мы встретимся, по-моему, даже что-то там Пушкинский, Начеховский, мы встретимся. Вот это, значит, альбом. И сказал, что это песня. Это была песня, собственно, мы сейчас сыграли. Нож платит по счетам, и еще там какая-то была песня. Но я, значит, все как прилично пошел ее зашить. Ну, чудо, и как-то все, мне действительно устроил экзамен, то есть я пришел, как экзамен, то есть как-то сам и поигрался, а потом звонит. И когда он мне сказал, что типа мы тебя взяли, вот я сладил звезду. Просто я реально сладил звезду, потому что как-то карьера удалась. Вот, и я как-то сильно был удовлетворен. А второй был момент, как раз когда я узнал о концерте из афиши. Сажаю, ну вот начать звонить. Звонит, значит, тогда же директор и шутим. Это привет, это и шутим, значит, я типа мне некогда съездить, говорит, что золотая лужа. Возьми афиши. Я говорю, да, да, конечно, я так думаю, взял, поехал. Вот. Да. Сейчас я иду. Вот. Приезжаю, все там, значит, я к такой сюда. И сегодня постараюсь играть «Флаг вампира». Вот так наполовину выучил, но соляк сыграю. Кеннон Хаммер затерялся. Майк, зови. Yeah.
Мститель не оставил от позиции противника камня на камне. И сейчас мы по этому поводу... я не успел их ничего сказать, куда же вы? Но когда я их догнал, солнце уже скрылось за... Все, вот они наши дорогие, лучшие музыканты, лучшие рокеры нашего отечества, офицеры рок-н-ролла. Александр, дайте поцелую. Поздравляю с 30-летием группы. Спасибо, Санечка, спасибо. Еще будем сотрудничать, большим великим удовольствием. Еще раз поговорю ртом в эту штуку. Объявить хочу следующую песню, которая будет называться «Вера и религия», которая долгое время для нас являлась хорошей открывашкой. То есть от первой песни из любого шоу, которую мы играли в Сибири, в Германии, где почему черта на рога где-то тоже. Все время как-то... Да, по поводу Сибири и Германии дядя Владя расскажет вам очень. Да-да-да. И вот как-то вот любой состоявшийся шоу начинался после... Вон кого сейчас не заткнуть-то будет. Да, любой состоявшийся шоу начинался после того, как я сыграл первую ноту. Все ноту сыграл, но уж ухали, все грязь поставил. Поэтому все время все начинали. Ну, собственно, да, первый ритм. Я только хотел, а ты уже закончил. Ну что, ставим по самой, не волнуйся. Армия! Рок! Войны! Вы готовы к атаке? Итак, к бою!
на шее, как броня на танках Т-34. И поэтому мы споем песню о тех, кто дает силу воинам для того, чтобы побеждать, кто заставляет их врагу отучить голову вместе с сказками и дурными мыслями, а потом вынимает души и сжирает их. Это наши аппетитные леди львицы рока. Итак, аппетитная! Кажется, я кого-то заметил.
На просторах нашего отечества это кавер Джина Дизель Рок-н-ролл. Вот сегодня Дизель Рок-н-ролл мы вам делаем подарок на наш новогодний юбилей. Соступающим, кстати. Я вижу в зале с днем рождения! У меня из нашего секстета у меня самый близкий день рождения. 29 ноября будет день рождения. Мне используется 665 лет. Или 566, я забыл. Вижу я Артема. Да. Как это он оказался здесь? Почему? Я вижу тебя, Артем. И не скрыться. Выходи на сцену, потому что твой вещий голос должен возвестить начало новых эпох. Thank you.
Нашего Отечества. Дайте об него. Я просто даже не готовился. Брат и соратник. Взял меня, вытащил на сон, сказал просто перепути, поздравь меня. Да я пришел, поздравил. Да это был приказ. Я услышал видение. Высшие силы сказали: Хаммер, ты что, дурак? У тебя такой орфей в зале, а ты вот его на сцену не вытащишь. Да я тебя завтра после этого, знаешь, что с тобой сделаю? Я почувствовал, как подо мной задрожала стена и раздвинулась преисподняя. Я сказал: Артём, спаси меня! На самом деле тут еще другое, потому что у тебя уши способны только под светлую энергию. Я говорю: Артём, спасай быстрее! Быстрее, я на сцену, я начинаю руку буду! Так испугался, что ли? Я тебе потом расскажу, я испугался. В общем, Саш, я ничего не боюсь, ты знал. Знаю. 30 лет ничего не боюсь. Потому что я регулярно ем морковь. А не зубы, не цепи. Ем морковь. Да, морковь. Морковь. С днем рождения, Санька! Спасибо, спасибо. Руки на руль! У нас песни такие, как и надо, сами знаете. Мы можем вам целую программу брать, их мотоциклистов и танцы играть. Серьезно, ну вы сами знаете. Я сказал, если мама с Христос стала. Поедем на РНВ! Так, сейчас я получу по полной. Сейчас они выйдут, сейчас меня начальство вызывает на ковер. Стальное братство решило разобраться со мной раз навсегда. С выражением. Там мои стихи написаны. Вот. Сцена!
как поле боя, на поле нас трое, и артиллерия ударных позади. Давай, читай сам. А. Я уже напьюсь за это. Сцена, как поле боя, на поле боя вас трое, и артиллерия ударных позади. Воюете с безликой тенью, воюете за восхождение по лестнице судьбы. 30 лет в бою, 30 лет в строю. Гитары как пулемет, и вокал огнем жгет. Ударных зал душу рвет. Огонь в душе и в глазах, и глагол на устах заронит искру в сердцах, и разгорится пламя. Инквизиторов сожжет, и тепло принесет, в душе теней не оставит. Цепь времен снова сплавит, будет вечно пылать, путь во тьме освещать, и на путь истины наставит. Спасибо, брат! Стихи от сердца! Настоящие! Это настоящие стихи! Их невозможно оценить, потому что они пришли свыше. Спасибо. Спасибо, братство. Спасибо. Вы всегда с нами, всегда поддерживаете нас. Ездите за нами, за 9 земель. Отжигаете так, что местные фанаты просто вот перестают рубиться под вашу музыку и смотрят на вас вот с такими вот глазами. Они просто охреневают от того, как наше остальное братство рубится и учит их жизни. Но зато, когда мы уезжаем, они начинают рубиться так, как они видели, как рубятся ребята из остального братства. Потому что это просто какое-то землетрясение. Это извержение везувия нашего остального братства. Неудержимое остальное братство. Молодцы, спасибо вам, земной поклон. Земля тряслась подо мной. Я думал, что это просто так, случайно. Нет. Нет. Рожденным раком висит над нами и требует своей доли славы и почестей.